Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Сегодня у нас четверг, 31 января. И в этот последний день января, такой вот дождливый, хмурый, я решил записать небольшое видео по просьбам тех подписчиков, которые хотели бы посмотреть на окрестности, где мы живем, куда ездим, как выглядит вообще окружающая обстановка, дома, дороги, парковки, магазинные плазы и прочее. Ну вот сегодня мне как раз надо немножко покататься по каким-то делам, и я решил снять немножко не солнечную Калифорнию, которая бывает такая, какой вы видите ее зимой. Сейчас вы видите справа от меня, я проехал один автосалон Mazda. Сразу за ним вот буквально раз и начинается автосалон Nissan. Вот это гостиница Del Amo. Ну, не гостиница, а отельчик небольшой. Мы в нем начинали свой путь по Америке, или как это правильно выразиться. Начали свою жизнь в Америке. Мы в ней провели первую ночь в Америке и прожили где-то в общей сложности около 2 недель. Сейчас справа от меня, вы видели, был магазин спортивных снарядов, спортивного оборудования и снаряжения. Что очень интересно, что в Америке очень много спортивных залов, и в то же время вот все равно пользуются спросом. Очень многие покупают себе домой различные тренажеры. От этого не ушли и мы. Как только у меня появилась первая кредитная карточка, я купил большой тренажер. Ну, про это как-нибудь позже расскажу. И как вы видите, только между магазином и между салоном и салоном стоял один магазинчик. И вот автосалон Audi. Следом за ним идет небольшое, ну скажем так, медицинское учреждение. И вот начинается автосалон Honda, где мы покупали свою машину. Все автосалоны устроены таким образом, что вы получаете полный сервис в автосалоне. Кроме того, что вы купили машину, вы получаете гарантийное обслуживание. Гарантийное обслуживание происходит на станции автосалона. Кузовной ремонт также делают многие автосалоны. В общем, полный сервис. Вот это вот вы видите, In-N-Out Burger. Это такое кафешка типа Макдональдов. Оно, по-моему, есть только в Калифорнии. И что характерно, оно пользуется очень большим спросом. В него постоянно стоит очередь, как говорится, и днем, и ночью, и зимой, и летом. А в часы пик, то есть когда ланч или вечернее время кушать, всегда собирается очень большая очередь машин. Ну а это вот сейчас началась плаза из большого количества магазинов. Тут и продуктовые магазины, можно так сказать, и хозяйственные. И вот сейчас будет отдельный магазинчик, вы видите, написано на нем «Витамин Шоп». То есть тут только витамины и добавки продаются. И на этой же плазе, вот вы видите, и Ross, и Marshalls, Trader Joe's, Walmart, Home Goods. Вот мне на эту плазу надо заехать. А непосредственно магазин Walmart меня интересует. Зачем я туда иду? Сделаю вам маленький анонс. Я иду туда в рамках совместного проекта с одним белорусским блогером. На этом анонс закончим. Чуть позже вы увидите наш общий проект на моем канале и на его канале. Ну, вот обычная парковка. Я думаю, в Беларуси они теперь точно такие же. Мы когда уезжали, уже и просторы, и у Короны были большие парковки, где можно было поставить свободно машину. Сейчас я парканусь, пойду схожу в Walmart, сделаю свои дела, и мы поедем с вами дальше.
Пока я гулял по Волмарту, в Калифорнию вернулось солнышко. Правда, небо по-прежнему еще в тучах и в облаках, но тем не менее стало как-то поживей и повеселей. Вот. Ну и мы сейчас выезжаем с этой плазы и поедем дальше кататься. Вот вы видите, дорога, уходящая вдаль. Это дорога, идущая внутри плазы, вдоль магазинов. По белорусским меркам можно сказать, что она растягивается, эта плаза, где-то на две остановки. Вот. Многие люди задают вопрос, спрашивают, почему на улицах нет пешеходов. Ну, я даже не знаю, как вам правильно ответить. Их нет, потому что их нет, потому что пешеходизм, если так можно сказать, не развит в Америке, потому что большие расстояния, большие сумки, большие упаковки, вот, и в Америке очень развит автомобильный транспорт. Машина – это не роскошь, а средство передвижения в Америке. В каждой семье по две, по три, а то бывает и по четыре машины, ну, в зависимости от состава семьи. Чем больше детей, тем больше машин. Вот. Дети начинают водить с 16 лет. Многие даже уже ездят в школу, а в колледж-то вообще, как можно сказать, большая половина ездит на собственном транспорте. Вот, поэтому, собственно, и не развиты пешеходы, как вид. Поэтому в некоторых местах даже и тротуаров вдоль дороги нету. Вот, а там, где они есть, они достаточно узенькие. Все место уходит под дорогу, под инфраструктуру дороги, потому что машин очень много, и, в общем-то, даже небольшие улицы как минимум содержат три полосы в каждом направлении. А если это вот как бульвар, по которому я сейчас еду, вот я сейчас стою в крайней левой полосе, и справа получается, если считать, раз, два, три, четыре, шестая полоса, вот. И это не фривей, это просто бульвар, скажем так, его можно сравнить с небольшим проспектом в Минске. Это даже не Ленинский проспект, самый широкий, который, наверное, да? Ну, по крайней мере, который был самый главный, когда мы уезжали из Минска. Вот. А я сейчас еду в магазин Джонс. Это его по-другому называют русский магазин, потому что его основатели армяне. Если кто смотрел наши влоги, я там уже рассказывал. И, в общем, в этом магазине можно найти очень много товаров с постсоветского пространства. Причем надписи будут даже на русском языке. Ну, они, конечно, дублируются английским. Не могу сказать, что обязательно или не обязательно. Я так сильно и не приглядывался. Надо будет посмотреть. Ну, для русского человека там очень много привычных русских продуктов. Начиная от тех, которые просто кушают, до десертов, вин, шампанских. Можно купить советское шампанское, можно купить пиво Балтику. Жигулевское пиво, очень много всяких паштетов, которые продаются на постсоветском пространстве, и, в принципе, они никогда не бывали в американских магазинах. Вот. Селедку можно купить, халву можно купить, ну и какую-то традиционную советскую выпечку. Вот. Ну, опять же, в этот магазин я сейчас иду в рамках нашего совместного проекта. Поэтому вы увидите, как я заеду на эту плазу. Если ехать по дороге вперед, то через 5 минут мы будем на океане. Напротив меня магазин автозапчастей. Это большая сеть магазинов автозапчастей. Если вам надо поменять аккумулятор, если у вас проблемы с аккумулятором,
вы заходите в магазин, выйдет продавец, протестирует ваш аккумулятор, если надо замена, он сам вам его снимет, сам вам вынесет новый, установит, заведет машину и пожелает хорошего пути. Вот, а мы подъезжаем к магазину Джонс. Сейчас, если там место будет, я прямо встану так, чтобы вы могли его увидеть. Фронт. Да. Вот он попадает в камеру, я вижу. Такой вот магазинчик. Ну, вы опять остаетесь в машине, а я опять иду по делам. Увидимся через некоторое время. Ну, что я могу сказать про Джонс? Джонс не перестает удивлять своими специально интересными ценами для посетителей, для своих русских братьев. В общем, шоколад, который весит 100 грамм и должен стоить по-нормальному доллар, максимум полтора, в Джонсе почему-то продается за 2-2,5 доллара. Что не так с этим магазином, не знаю. Может быть, мне кто-нибудь подскажет. Так, ну а сейчас мы хотим, наверное, сгонять в Костко и в Сэмс Клаб. Вот, поэтому мы выезжаем с этой плазы. Аккуратненько, красиво. И направляемся в эти два магазина. Водитель небольшого автобуса службы DHL забыл, что у него есть руль в машине. Просил меня немножко скатиться. Так, походу выехать мне налево не дадут, поэтому мы, наверное, поедем направо. Сделаем небольшой кружок. Или поедем другой дорогой. Так тоже можно сделать. Давайте поедем другой дорогой. Я хотел выехать на PCH. Это полное название этой трассы — Pacific Coast Highway. Это легендарная трасса, по которой можно проехать немалую часть Калифорнии, которая идет вдоль береговой линии Тихого океана. Очень красивые виды открываются с этой трассы, как на океан, так и на материк. Очень много красивых мест. Ну, раз нам не дали выехать, значит, прокатимся по ней в другой раз, и сегодня поедем по другим улицам. Покатаемся. Эта улица, по которой я сейчас еду, называется 190-я стрит. Она тянется, ну, практически от океана достаточно далеко вглубь города. Кстати, с правой стороны у меня находится Макдональд. Это первый Макдональд был, который мы посетили в Америке. Он тоже с игровой площадкой. Дети наши тогда, извините, совсем маленькие были. Сашке не было еще 2 годиков. Вот. А Катаринка с Антошей были где-то 5 и 4, вот так вот. И, в общем, им очень понравилось прыгать в этом Макдональдсе. Долгое время это был наш самый любимый Макдональдс. Вот, пока мы, скажем так, далеко не отъезжали от своего дома. Потом, конечно, открыли для себя много новых. В этом самая маленькая игровая площадка. И потом они были приятно удивлены, что есть другие с большими площадками. Вот.
левой стороны у меня сейчас автосалон BMW. С правой стороны сторож, где можно, скажем так, хранить свои вещи, если вы куда-то переезжаете, съезжаете, уезжаете и не хотите снимать жилье, арендовать. Вы можете взять сторожок, затолкать туда все свои пожитки и спокойно уехать. Вот. А с левой стороны сейчас очень большой парк со стадионами, с различными игровыми площадками, детскими площадками, местами для барбекю, навесами. В каждом парке, кстати, есть туалет. И что меня вообще, в принципе, не то что удивило, а просто убило в хлам, то, что заходишь в общественный туалет в парке, а там в каждой кабинке есть туалетная бумага, есть накладки на сиденье, и есть бумажное полотенце, и есть жидкое мыло. Не знаю, как сейчас в Беларуси, в том же парке Челюскинцев или в парке 50-летия, есть ли такие туалеты. Но вот этот парк нельзя сравнить с парком Челюскинцев, потому что здесь никаких развлечений таких ничего нету. То есть ты приходишь сюда, сам себя развлекаешь, сам себе делаешь шашлыки, сам себе детей выгуливаешь на детской площадке, играешь в футбол и прочие игры. Вот. И если тебе надо идти в туалет, ты просто так вот заходишь, и есть туалетная бумага. Мелочь, а приятно. А с правой стороны сейчас за перекрестком начнется очень большой перерабатывающий завод ведущего мирового лидера в переработке нефти, бензина, масел и прочего всего, который называется ExxonMobil. Он занимает очень большую территорию. Вы видите, вот так вот идет зеленый забор, за которым он спрятан. Живая изгородь, очень красивая, ее все время регулярно стригут. И, в общем, вот мы проехали один перекресток, а заводик только начался, скажем так. С левой стороны идет жилой массив, который можно характеризовать частный сектор. Это в основном частные дома. Вот это вот двухэтажное здание, это скорее всего арендное жилье. А все одноэтажные — это все частные домики, которые в Минске, скажем так, ну в Минске, потому что я жил в Минске, называются частный сектор. А перерабатывающая компания продолжает продолжаться. Она тянется и тянется дальше. Вот у нас уже второй перекресток. И она еще не закончилась. Я немножко с вами заболтался и немножко не с той полосы повернул. Забыл, что мне надо свернуть на Криншау-бульвар. Стал не в ту полосу, но никто не был против того, что я со второй правой повернул направо. Вот опять же мы сейчас едем вдоль этого перерабатывающего завода, фабрики, предприятия, можно по-разному назвать. Достаточно много зелени у нас. Мы когда собирались переезжать, я немножко как бы боялся за то, что это достаточно жаркая пустынная местность, и я думал, а как же с деревьями будет, будет ли зелень, будет ли трава, будут ли зеленые деревья. Как вы видите, хватает и деревьев, и травы. Везде установлены автополивы, которые включаются в нужное время, все это дело поливают. А сейчас, как у нас начался сезон дождей зимний, так и вообще все зазеленело. Стричь не успевают, как эта трава отрастает. Вот.
Музычка, которая сейчас играет, это музыка из музыкального приложения Pandora. Станция называется Drum and Bass. Сегодня я решил попробовать это видео записать вместе с музыкой. С музыкой, которую предлагает не YouTube, а которая просто идет, скажем так, из интернета, из радио. И посмотреть, как YouTube мне прокомментирует мою дерзость, скажем так. Но дело в том, что, ну, вы наверняка знаете, я уже об этом говорил, что есть ограничения в YouTube на музыку, потому что есть авторские права, и очень часто обладатели этих прав либо запрещают использовать музыку в роликах, либо разрешают, но тогда они монетизируют эти ролики, они могут включать рекламу. И не, тогда эти ролики не может монетизировать канал, который их записал. То есть, например, если я захочу монетизировать свои ролики, то с такой музыкой я не смогу включить монетизацию, если вдруг кто-то заявит права на эту музыку. Вот. Ну, тем не менее, я думаю, это приятно, когда звучит музыка на заднем плане. Особенно, если ты едешь в машине. Я решил попробовать скомпилировать это видео вот с этой музыкой, и, конечно, если там сильно ругаться будут, то вы не услышите моих разговоров, а если пропустят, то пропустят, будет замечательно, будет и музыка, и разговор, и поездки по городу. И я буду пробовать такой формат тогда снимать и дальше. Снимать в таком формате. Сейчас, пока стою на светофоре, хочу вам рассказать немножко про бензин. Вот я стою на перекрестке, и на этом перекрестке две заправочных станции. Мобил и Шеврон. Это одни из наиболее дорогих заправочных станций в Америке. И вот цена на регулярный бензин $3.25. Спешл $3.35 и Супер Плюс $3.45. Дизельное топливо $3.69. А на Шевроне все цены на 10 центов дороже. И как бы стоят эти две заправки и работают. И у тех есть покупатели, и у этих есть покупатели. Никто им цену не регулирует, кроме своей компании, скажем так. И нормально они себя чувствуют. Вот. Также цена может меняться в зависимости от того, за какую карточку или за кэш ты заправляешься. Если ты платишь живые деньги, цена дешевле. Если ты заправляешься за кредитную карточку, то цена обычно на $10 дороже. Все любят живые деньги. Мораль той сказки такова. С левой стороны сейчас в глубину туда идет очень большой спортивный парк, где можно поиграть во все игры. Бейсбол, футбол, хоккей. Что там еще, я не знаю, баскетбол, теннис. И причем этих полей там очень много. И за парком находится Adult School, взрослая школа языковая, где мы начинали изучение языка. Потом после той школы Марина пошла учиться в колледж. Проучились я, наверное, туда ходил 3 месяца, а Маришка, наверное, полгода ходила. И вот видите, следующий перекресток, следующая заправочная станция. Заправочная станция 76. У них цена была дешевле, чем на предыдущих двух. И снова Шеврон и Арка. Новый перекресток, новая пара заправок. Значит, на Шевроне цена
339, 359, 369. То есть, грубо говоря, 76, 82, 95. А на Арка 289, 309 и 319. Видите, насколько дешевле, на какая разница. И, тем не менее, стоят машины на заправке и на той, и на той. У каждого есть свой покупатель, свой клиент. Конкуренция работает. Кто-то берет дешевле, кто-то берет дороже, у кого-то какие-то свои предпочтения. Я заправляюсь только на Костко. Заправляюсь регулярным бензином. Он рекомендован производителем. Его рекомендует, эту заправку, в принципе, рекомендует дилер, где я покупал машину. Вот. Нету смысла заправлять ее высокооктановым дорогим. Ну и на Костко считается, я не знаю сказать, один из лучших, ну, можно и так, наверное, сказать, один из лучших бензинов, потому что, ну, Костко не продает плохие вещи. Скажем так, для них это удар будет очень большой, если какие-то будут проблемы с тем, что они продают. Они ценят свой имидж, свой рейтинг. И, в общем-то, к ним на заправку всегда стоит хорошая очередь. Очередь движется, конечно, быстро, но если вы приезжаете, скажем так, в интервале с 9 утра до 5 вечера, то вы по-любому будете стоять, впереди вас будет стоять порядка от 5 до 10 машин, не меньше. Ну, а я уже потихонечку приближаюсь к цели, к пункту моего назначения. Это, собственно, и есть Костко. Мне надо походить сегодня там погулять. Впереди очередной перекресток, очередная заправка. Заправка Shell. Значит, вот я вам могу сказать, цена там стоит 3,05. Это если вы за кэш заправляетесь, и 3.17, если за кредитную карточку. Соответственно, 3.19, 3.31 и самый дорогой бензин 3.33, 3.45. На Костков на прошлой неделе я заправлял бензин, который сейчас здесь стоит 3.19, я заправлял по 2.89. То есть вот разница практически 30 центов. На галлоне. Впереди сейчас вы увидите большую оранжевую рекламу, оранжевый квадрат, на котором белом написано The Home Depot. Home Depot. Вот, это большой хозяйственный магазин, который, скажем так, похож на белорусскую ОМУ. Есть такой магазин в Минске в Шабанах. Раньше было, во всяком случае, я думаю, он и сейчас там работает. В этом магазине можно купить все для сада, огорода, хозяйства, строительства, ремонта. В общем, все, что надо по хозяйству, это сразу Home Depot. И вы там все покупаете, все, что вам надо. Вот у меня сейчас Костка с левой стороны, заправка слева, ну, стоит там машинок по 5 на заправке стоит.